Студенты Казанского университета при поддержке руководства Института вычислительной математики и информационных технологий и Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ работают над нейросетью, которая будет обрабатывать архивные фото и видео. Она не только представит их в цвете, но и повысит разрешение и качество материала. Продукт оснастят гибкими настройками, хорошими моделями и понятным интерфейсом. Используется аппарат искусственного интеллекта, искусственных нейронных сетей, поскольку нейронная сеть не просто аппроксиматор, но и инструмент, которым можно пользоваться для распознавания образов, для ассоциативного отображения. Были выбраны инструменты, средства, которые позволяют после небольших настроек обеспечить, с одной стороны, фильтрацию изображений, то есть подавление тех шумов и искажений, которые присутствуют на старых изображениях. И второй момент – это использовать нейронную сеть для раскраски этих изображений. Первые изображения, обработанные при помощи нейросети, вы видите сейчас на экране. В дальнейшем из них будет составлен фотоальбом. Пока проект некоммерческий, и планируется, что на старте он будет доступен в первую очередь для архивов, ученых, медийщиков и реставраторов. Камиль Гемоздинов, Универньюз.